Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о сетевых маркетологах. Как говорится, незваный гость хуже татарина, но я скажу, что сетевой маркетолог, наверное, еще хуже незваного гостя. Ну и проблема зачастую в том, что они сами верят в то говнище, которое они предлагают, а там просто немыслимые бреды. Слитки золота, кофе, мобильное приложение. Меня за последний месяц штук 15 этих человек добавило, и в принципе их очень легко определить. То есть, во-первых, задать себе вопрос, готовы ли вы будете втюхивать говнецо разное, а одно дело, если это подкреплено какими-то там товарами, и совсем другое дело, когда оно подкреплено просто воздухом, абсолютно ничем. То есть все дистрибьюторы зарабатывают чисто на, как бы, на кидалове ближнего своего. От правила, в основном эти сетевые говнари, они не могут толком объяснить, чем они занимаются. Они скажут вам, что у них там супер проект мировой, там по всему миру прям вообще супер-пупер технологии, там какой-то продукт, прям миллионерами станете через месяц. И сразу предлагают встретиться. Какого-то хера встретиться. Вот буквально два сообщения там о своем суперпроекте. Я, ну, сначала пишу, типа, да, мне типа интересно. Второе сообщение, тихо, Тань, давай встретимся. Я пишу, подожди секундочку, чувак, ну, скинь сайт, там, описание, чем ты занимаешься вообще, какой вид деятельности. И, как правило, на этом все заканчивается. Вот надо встретиться и пиздец. То есть, ну, понятно, что ни один человек в здравом уме, если раньше он не школьник, еще не понимает всех этих подводных камней, не поедет никогда встречаться, потому что они, опять-таки, вас будут окручивать, там, наобещают вам такого говна просто. И у меня реально богатый опыт общения с этими людьми, и я просто знаю, какая это липа просто, насколько это позерство и, ну, попытка, вот они всем видно показывают, что у них там супер, там, бабла немерено по миру путешествуют. На самом деле, все ерунда.